В рамках реализации проектов «Новая школа» и «Историческая память» активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели встречу с учениками Одинцовской средней общеобразовательной школы номер 1. Мероприятие было приурочено к важной дате – Всемирному дню авиации и космонавтики. В беседе со школьниками партийцы особенно подчеркнули значимость праздника. В мероприятии на площадке первой Одинцовской школы также приняли участие местные активисты «Молодой гвардии Единой России».